Родившийся в андалузском городе Малага в конце 12 века, Ибн аль-Байтар аль-Маляки был одаренным ученым и терапевтом, фармакологом и ботаником. Путешествуя по всему исламскому миру, он занимался сбором растений. Эти многолетние исследования привели его к созданию его самого знаменитого энциклопедического труда – книги о медицинских и диетологических терминах, в которой каталогизированы почти 1400 растений, пищевых продуктов и лекарственных средств, и систематически описаны их свойства и применения. Книга содержит множество ссылок на 150 написанных ранее работ на арабском и на греческом языке. Главной заслугой Ибн аль-Байтара стало открытие и научное описание до 400 новых видов лекарственных растений, неизвестных до него средневековым терапевтам. Ибн аль-Байтар умер в Дамаске в 1248 году нашей эры.